Для безопасности пешеходов и автомобилистов одна из самых проблемных дорог в черте города на улице Лесной приведена в порядок. Здесь заасфальтирована проезжая часть, расширилась и пешеходная зона. 650 метров дороги на улице Лесной подрядчику дались непросто. Задержка с окончанием работ была связана с нагрузкой на асфальтобетонный завод в Домодедово. Машины попадали в пробки. В ожидании доставки асфальта рабочим приходилось простаивать. Машины едут в течение дня, и поэтому бывают периоды, когда работа будет вестись, когда-то не будет вестись. Полностью делаем всю улицу Лесную. Предупреждающий знак, что здесь идет ремонт дороги, не останавливает проезжающие машины. В определенной степени это и тормозит процесс работы. Неудобства временные и для водителей и пешеходов. Зато перемены в облике улицы происходят существенные. И прежде всего в плане безопасности. Пешеходная зона увеличится, расширится и парковка. Рады, что купили квартиру, а тем более, что делают дорогу. Будем ездить по хорошим дорогам и возить коляску. Хороший тротуар. Вы видите перемены? Ну, конечно, намного лучше. Прекрасно. Даже, как говорится, и легче дышать. Дорога была вдоль улицы Лесная. К остановке невозможно было идти. Сейчас вот закладывают новый тротуар, новые парковочные места более широкие. Ну и, как говорится, время покажет. Будем надеяться, что будет хорошо. Вот, спасибо. Сегодня ремонт дороги на улице Лесная завершен. Вот так она выглядит теперь.